Welcome back, guys. Welcome back to Quarter Studio, guys. Welcome back. Actually, I hope you guys are having a very wonderful day and a very wonderful time, guys. So today, actually, we're going to be reacting to Diana Aquilinova, guys. Diana Aquilinova. So today, actually, Diana Aquilinova is going to be performing A Letter to the Front, guys. A Letter to the Front. So this video actually was released on the 9th of May. 2021. So today we're on the 11th, so it's just like 2 days after when we're doing this particular reaction. I know a lot of you guys want to see a reaction video from Diana Aquilinova. I'm very sorry if they are like on the wait, but don't worry, you guys are going to see a lot of videos from Diana Aquilinova to come. So not to waste your time, guys, let's move into this particular video right now of Diana Aquilinova. Let's see exactly what she has for us today in A Letter to Come, guys. I love this song, I love the way it's restarted, it's like an army. Dun dun dun, dun dun dun, dun dun. So they're actually showing some letters that most of the singing already. So let's just be patient and let's see what they have for us. Война окончена. Люди ликовали и радовались. Пришел конец Великой Отечественной войне. И она завершилась великой победой. Безмерная радость была как на фронте, так и в тылу. Люди плакали, и это были слезы радости и облегчения. О Великой Отечественной войне снято множество фильмов, написано много песен и книг. Но только те, кто выжил в страшные военные годы, может поистине понять правду о войне, понять ту невосполнимую цену победы. Нам же остается лишь помнить. Помнить о Великой войне и о Великой победе. И стараться жить в мире, ведь ничего страшнее войны и голода нет. Сколько осталось сирот и беспризорных. Сколько мужей и сыновей уже никогда не вернутся домой. Сколько матерей умерли, отдав последний кусок хлеба детям. Сотни, тысячи, миллионы. Мою семью тоже не обошла война стороною. Тетя моей бабушки, Каркина Клавдия Никитична, служила в войсках НКВД, была заброшена в тыл к врагу и расстреляна фашистами. Ей было всего лишь 18 лет. А вот мой прадед, Поник Павел Ивович, 1904 года рождения, прошел всю войну, был контужен и дошел до Берлина, вернулся домой. Мы помним. Пока еще помним о них, о тех, кто выжил, но с каждым днем ветеранов все меньше. Время берет свое. Настанет момент, когда на земле не останется ни одного человека, кто бы мог сказать, что действительно помнит Великую Отечественную войну. Но мы не можем забыть. Мы не имеем такого права. Наша память, наша защита от войны и наш ключ к мирному небу. В этот день я хотела исполнить для вас песню, посвященную победе. Но в поисках подходящей для меня, я наткнулась на письмо 15-летней девочки, которое написано в 1943 году. Просто в память об этих событиях хочется, чтобы вы тоже это услышали. March 12, 1943. Начало и конец письма 15-летней девочки Кати Сусаниной. Дорогой добрый папенька, пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, отец, покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери. Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала: «Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, отсюда вон». И офицер выстрелил маме в рот. Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет. Если бы сейчас ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички мне отстригли наголо, руки высохли, похоже на грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь. У меня отбили легкие. А помнишь, папа,
Два года тому назад, когда мне исполнилось 13 лет, какие хорошие были мои именины. Ты мне, папа, тогда сказал: «Прости, доченька, на радость большой». Играл патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню. А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало. Платье рваное, в лоскутках, номер на шее, как у преступницы. Сама худая, как скелет, и соленые слезы текут из глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет? Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и убивают. Да, папа, и я рабыня немецкого барона. Работаю немца Шарлена прачкой. Стираю белье, мою полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с Розой и Кларой. Так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. Рус была и будет свинья, сказал он. Я очень боюсь Клары. Это большая и жадная свинья. Она мне один раз чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала картошку. Живу я в дровяном сарае. В комнату мне входить нельзя. Один раз горничная полька Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго била Юзефа плеткой по голове и спине. Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня вываливали ведро воды и бросали в подвал. Сегодня я узнала новость. Юзефа сказала, что господа уезжают в Германию с большой партией невольников и невольниц Витебщины. Теперь они берут и меня с собою. Нет, я не поеду в эту трижды всеми проклятую Германию. Я решила, лучше умереть на родной сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасет меня от жестокого битья. Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых жестоких немцев, не давших мне жить. Завещаю, папа, отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать. Твоя дочь, Катя Сусанна. Мое сердце верит, письмо дойдет. Вскоре после освобождения белорусского города Лиозна в 1944 году при разборе кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов был найден маленький желтый конверт, прошитый нитками. В нем оказалось письмо белорусской девочки Кати Сусаниной, отданное в рабство гитлеровскому помещику. Доведенная до отчаяния, в день своего 15-летия она решила покончить жизнь самоубийством. Перед смертью написала последнее письмо отцу. На конверте стоял адрес: действующая армия, полевая почта, номер, Сусанину Петру. На другой стороне карандашом написаны слова: «Дорогие дяденька и тетенька, кто найдет это спрятанное от немцев письмо, умоляю вас, опустите сразу в почтовый ящик, мой труп уже будет висеть на веревке». Номер полевой почты, написанный на конверте, устарел, и письмо не могло попасть адресату. Но оно дошло до сердец советских людей. Опубликовано в «Комсомольской правде» 27 мая 1944 года. Guys, that was really so wonderful. That was a very touching story, guys. It was about the story of the war which took place between, I think it was between Russia and maybe the Germans and the Nazis, because it actually explained whereby a daughter, I think it's a lady, she actually explains, how should I put it? I don't exactly know how to explain it very well, but it's really a very touching story whereby she wrote her parents and wanted her parents to see, and she did not want to live in a land, or she called the land a cursed land. That's how she called Germany at that particular moment. We all know that in the past, before, there have been a lot of wars, guys. There have really been a lot of wars in the world, and we actually pray that war should not break out between two nations anymore. Although in some places in the world right now, like in Palestine, they're really facing a lot of
trouble right there, but we keep on praying for them that everything might become better for them one day. In Jesus' name, amen. So guys, thanks very much for having this wonderful day. Thanks very much, like, for showing me this particular link for me to react to Diana. I'm really actually happy. The letter was a very touching story, and I'm going to place actually a link to the original video down in the comment section or in the description section, so you guys can click and watch the original for those who understand Russian, guys. Thanks for watching. Stay tuned, stay safe, and do not forget to subscribe, guys. Thank you very much. Stay safe, guys.